Всем приветики. Когда шел летний ивент, я себе, открывая летние кейсы, выбил на постоянку два оружия. Такое, которое у меня сейчас в руках, и вот такое. Открывал кейсы летние за летние очки, и мне выпадали разные оружия, но на постоянку выпало всего лишь два. Такое и такое. Их плюс в том, что они, во-первых, у них красивый скин, во-вторых, при перезарядке... И при осмотре он покрывается льдом. Таким вот образом. Это очень круто выглядит. Только при осмотре он просто покрывается льдом. И, ну, с одной стороны, это прикольно, но с другой стороны, скин особо не рассмотришь. Но это классно выглядит. А при перезарядке вообще круто. То есть вот мы стреляем. И он вообще покрывается такими красивыми разноцветными льдышками. И звук еще слышен такой, типа, чш-пш, типа вот. Ну, прикольно. И второй скин. Вот такая снайперка IMX. Это S15, а это IMX. Точно такой же скин. Еще красиво то, что, во-первых, с него идет такой ледяной, как бы такой холод, когда достаешь что-то с морозилки, такой типа дым идет ледяной, так и здесь. Видно, такой дым идет вот с него. И лед трескается. Прикольно выглядит. Со стороны это выглядит вот так. Вот она, как она выглядит со стороны. Такая, типа на ней какие-то листики, вот если поближе подойти, какие-то синие, оранжевые листики. Ну, прикольно выглядит на самом деле. Правда, что-то здесь, ну, какой-то нечеткий скин, хотя у меня вроде бы все настройки на максимальном. Вот. Так это выглядит с этой стороны. Ну, прикольно смотрится на самом деле. Здесь даже какой-то, помимо... Нет, здесь другой скин, здесь еще цветочки есть. И листики уже не только оранжевые. Это вот этот вот скин. Вот он. А здесь уже другие цветочки. Такие сине-зеленые и... Ну, в общем, прикольно смотрится. Мне больше всего здесь нравится анимация. Эффекты, вернее, такие вот крутые. И на него еще можно глушитель одеть. То есть, такая вот оружка прикольная на самом деле, мне нравится. Но если это оружие, оно не особо мощное. Убивает в голову с двух раз. Так, нет, не так. Раз. То есть, есть глушитель, нету два раза. Вот, но IMX это одна из самых мощных снайперок, и она, естественно, убивает сразу, неважно, куда ты стрелял. В голову. В тело. Разве что в ногу. Два раза. В живот, ну или в бедро даже. Да. Единственное, когда он не умрет, это нога и, я думаю, рука. Если стрельнуть в руку... Двойное увеличение у нее есть. Да. В ногу или в руку это два раза, а все остальное сразу. С этой оружие четыре раза. Вот. Такие дела. И вот так вот она смотрится. С глушителем. Глушитель не покрывается льдом. Ну и еще раз эту.
Вот. Как-то так. На этом все. Всем покидываю.